продлить отдых на майские отпусками и отгулами планируют 11% работающих жителей Твери. Такие данные приводит один федеральный сервис. Взять отпуск на дни, которые попадают между выходными и праздничными, чтобы отдыхать дольше, собираются 11% жителей Твери. 57% горожан не будут уходить в отпуск в это время. 18% опрошенных работают по сменному графику. 14% до сих пор не определились с планами. Планами уйти в отпуск между майскими чуть чаще делятся горожане старше 45 лет. Респонденты с зарплатой от 50 до 100 тысяч рублей в месяц собираются брать отпуска и отгулы реже как тех, кто зарабатывает меньше, так и тех, кто зарабатывает больше.